Продолжается строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса на юге Минской области. Сейчас там сооружают железнодорожные пути, объекты водоснабжения, а также административные здания. Одновременно под землей идет проходка шахтных стволов при среднем темпе 3 метра в сутки. В целом объем инвестиций компании «Славкалий» на этот год 400 миллионов долларов. Среди ключевых объектов, которые начнут возводить, энергетические и сама обогатительная фабрика. После монтажа двух трансформаторов и их ввода в эксплуатацию, практически рудник будет готов к проходке полностью по энергообеспечению. Фабрика у нас также будет обеспечена временным и постоянным энергоснабжением, в том числе электроэнергия позволит нам обеспечить монтаж и пусконаладку, индивидуальное комплексное опробование оборудования, которое будет смонтировано. Нежинский ГОК станет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Здесь будут выпускать до 2 миллионов тонн хлорида калия в год.